Здравствуйте. В эфире новости телеканала «Губерния». Смотрите в этом выпуске. Без рецепта не продавать. Запретить реализацию всех лекарств без предписания врача, предлагает ЛДПР. Он был миллиардером, владельцем зданий телеканала и центра «Заимка». Ушел из жизни Игорь Неклюдов. Рискнули и проиграли. 11 выпускников были удалены с экзамена за шпаргалки. Организаторы ЕГЭ подвели итоги кампании. Об этих и других событиях прямо сейчас.